Даму, которую поймали на воровстве, заставили мыть туалет супермаркета. Сотрудники магазина предложили воровке не вызывать полицию, а помыть служебные помещения. Девушка согласилась и взяла в руки швабру и тряпку. Вот она моет унитаз и комнату торговой точки в наказание за попытку вынести из магазина продукты. После такого она вряд ли вернется сюда. И, похоже, такое наказание за мелкое воровство стало модным. Вот еще одна девушка уже в другом магазине тоже моет подсобку. Она пыталась унести кофе и шоколад, но попалась на выходе с неоплаченными продуктами. Правда, в этом ролике даме пришлось закрыть не только лицо, но и часть тела. Уборкой она занималась в короткой юбке и была без нижнего белья.